называется видео «Найди кота на картинке». Здесь так оттеняет, прикольно. Покажи. Найдите кота. Дерина, посмотри. Найди кота. Где кот? Где кот? Прикольно. Видишь? Да, вижу. Вот. Ну, А тут так прикольно. просто легко видно. Сейчас палец покажу. Где мой палец? Ага. Вот он лежит. Угадайте, кто это? Угадайте, кто это за И кот? напишите в комментариях. Интересно будет знать. Кто нас смотрит, тот знает, какой из наших котов любит так валяться. Да, Арина? Ой, сегодня, вы помните, наверное, вчера, 24-го, какая ужасная погода была. И мы под эту погоду часа два по улице таскались. А сегодня красота. Вообще, я не знаю, небо и земля, ни одной тучки его нету. Ну, как специально, Супер просто. чтобы Сегодня сейчас с Аринкой пойдем на рынок. Надо там кое-что прикупить. И мы начали свой завтрак. Что ты тут погрызла слабо? Что это такое, Арина? Смотри, как надо есть. А ты арбузы как ешь? Но если Это там... самые корки ем. Ну, вот Арина просто арбузы больше любит. Но Дунька тоже сладкая, нормальная Мне такая, не очень. которую мы вчера купили, Вова, вернее, принес. Тебе не очень то, что ты арбузы больше любишь. Вот так вот, вот так вот. Ой, я еще не переоделась. У нас еще не заслано, а мы уже завтракаем. У нас еще бордель. Да, Арина? Арина мой халат стырила, как всегда. А в чем я буду зимой ходить? Скажи, пожалуйста, Арина. Ты будешь зимой ходить в... О, тут масяника. Я ее даже не заметила. Закуталась, да? Да, все котов можно даже не заметить. Вот А это вот и пальчик твой. сразу видно, кто там лежит Покажи. вверх лапами. Да видно было только что. Ладненько, будем собираться. Наелись дыни, я так вообще объелась. И пойдем на улицу, на солнышко погреемся. Да? Все. Ну что, выбрались О, какая мы. красивая картина. Сегодня тепленько, как классно, да? Сейчас супер. Ой. Покажи свою сову с плюшку. У Арины такая сова есть, которая спит. Вова говорит, что это за кофта? Это пижама, мне спать надо. Теплая Скажи, какая-то классная пижама. кофта. Такая тепленькая. Какие красивые пышные. Ну что, мы почти пришли. Ну иди проверяй, что он там работает, не работает. О, Работает. нет. Вот мы и пришли. Надо зарядку делать. Не, не делает. Но что-то все-таки делает. Что-то ты делаешь. Приходит на работу, чтобы заниматься. Это же мне не мешает работать. Не мешает. Ну тогда. Так, Арина уже пошла обсматривать за, как это называется, склады. Проверяющий ревизор приехал. В пижаме. Ревизор в пижаме. Кстати, жарко на улице уже. Тепленько, классно. Хорошая погодка. Я рада. Арина тут застряла в своей пижаме. Пижамной кофте, как Вова обзывает. Че она такая классная? Ну, это кофточка. Просто там написано, как он вчера переводил? Кто готов спать? Да. И сова спящая. Так он сказал, это пижама. Скажи, Арина, то Красиво. самая моя классная мягенькая кофточка. Скажи, крутая. Пришли с рынка. С рынка, с рынка, с рынка, с рынка. Такое слово с рынка. На улице тепло, куртки зря одевали, тоненькие. Пришлось снять. Это хорошо. Да я их принесла, уже выложила. Вот, купили мелких помидорочек, как черри разных цветов, да? Наринка у нас Розовые, любит. желтенькие, красненькие. И картошечку мелкую. Сейчас будем запекать в духовке. Да, В сначала надо мундире. виноград В мундире поесть. она вкуснее, чем просто отвариваешь щищу. Ну скажи, вообще такая классная. Даже можно не солить. Он Это нашел наш этот нюхач. карточку.
И еще пакета лис. Он любит пакеты лизать. Ручка, пилочка. Угу. Содержимое кармана моего рюкзака, да. Но там не полностью. Что-то понятное. Адрес посылки. Туалетная бумага. Конечно, как же без нее. Она иногда пригождается в городских туалетах. О, куча ручек, слушай. Если у нас закончатся ручки, мы знаем, где их много. Да, Арина. Все, жарко. Где телефон? Телефон уже... Телефон у меня в руках, который тебя снимает. Да, да, ладненько, мы сейчас будем есть. Все, не снимать. Ну так не передевайся, дай договорю. С утра у нас дынька была. Сейчас мы будем кушать виноград, кишмиш. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Когда ты сказала? Я сказала, главное поесть сначала. А, сейчас будем есть, тоже уже проголодалась. Потом, когда будешь монтировать, посмотришь. О, жарко. И жулику тоже жарко, он пошел к окну. Я открыла, и он пошел. Скоро откроем полностью. Кто это получился? Кто должен был получиться? Ну, надо было... Тераторн. Надо было на плотную бумагу клеить. Ну, короче, у Арины вот так вот. Я тераторн, я вас съем. Да. Толстое. Лицо у него должно быть вот так. Понятно. Надо же делать, как пишут. Они что-то побыстрее. Такие, ну, наконец-то дождались. У нас кишмиш, наш любимый. А, сейчас. Лопнешь, деточка. Я тоже люблю кишмиш. Это есть? Да, ну вы ж мало вчера взяли. Женщина вчера разобрала. Вчера разобрали дешевый кишмиш в магазине. Да там будет сейчас он, все дешевеет сейчас сезон. Так что мы будем трескать вот эту красотень. И вкуснотень. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, прикольно бы, если была бы такая заставка, круто. Да? Все, больше не лезет? Нет. Ух, какой. Жалко, что не считаешь. Арина тут опять играется с едой. Ух, какой. Не смейся. Только тебе придется все разжевать, или ты выплюнешь назад. Ух, какой. Все, не лезет? Ну давай, жуй. Что, тяжело? Не смейся. Вкусно? Так вкуснее, чем по одной. Вот так вот она, Арина, ест у нас виноград. Ладно, доедай, я уже объелась. Ура! Она с фанаткой кишмиша. Скажи, только один виноград любит кишмиш и все. Скажу, самый вкусный, и он без косточек. Правильно? Включила камеру, жулик убежал. Ну ты паразит, а! Вот уже где. Хотела снять, как он со мной тут рядышком лежит. Но он убежал. Не любит он. Когда его снимают. Ну что, голодная? Как ты тут говорила сейчас? Ну скажи. Не хочу. Ладно, Аринка тут ждала, тут с ума сходила с голода, да? Дождалась. Это-то эти помидорки сегодня мы купили. Малюсенькие. Они не похожи на черри. Сказали черри, ну, у бабушки брали. Ну, это не черри. Ну, в общем, нам без разницы. Просто Арина любит меленькие помидорочки, мы взяли. И картошечку запекли в духовочке. Ням-ням-ням. Вкуснятина. Скажи вкуснятина. Угу. Все, приступаем обедать. И у меня. Ням-ням-ням. Еврика чуть сдвинулась с места. Заняла тут пол дивана. Прилечь негде. А ты куда? Ты куда? Что тебе тут? Медом намазано? Да? Она сегодня целый день с котами обнимается и валяется. Ну что ты, работничек? Что?
А работал хорошо? Ну и как сегодня результат? Нормально. Понятно. Нормально это сколько? Сколько? Мы сразу на вопрос, сколько сегодня? А у тебя нету красивых сережек. Вот такие мы нарядные. Что мы сейчас будем делать? Во какие сережки. Вот такие сережки одеваем. Вам. Арина меня заставила одеть. Аринка, смотри, я тебя снимаю. Что мы сейчас будем делать? Расскажи. Игрушку для котов 2 осьминожка. Да, 2 осьминожка с колокольчиками, которые... Давайте я вам представлю, что... Не-не-не-не, мы чуть-чуть. Помните, мы посылочку заказали с Алиэкспресс, такие маленькие колокольчики. Они тут разноцветные. Но они не сильно звенят, но они... все равно. Они разноцветные. Да, вот сейчас придумали игрушку. Вот, и глазки тут у нас есть такие. Ну, да, глазки. И у нас целое коробище глазок есть. Я выберу свои. Разных размеров. И мы мордашки все нарисуем и приклеим глаза. Самое главное, втулки. Да, классная идея. Кстати, цветная бумага понадобится? Понадобится. Короче, мы сейчас готовимся. Да. Все заняты работой, мы ролик снимаем. Так, положи мой туш на место. Я крашусь. Вова тоже. Кое-что давай, одевай свой браслет. Быстро, быстро одень. Браслет? Браслет? А, может, и оденем, быстро, кстати, браслет. Быстро одень. На, вот свой любимый браслет одевай. Любимый? Да. Ладно. Давай, одевай. Ну, одевай. Она меня готовит к видео, к съемке видео, в общем. Вот. Нет, вот а ты стороны. Себе браслет будешь одевать на видео? Давай. Вот, все. Нарядила меня. Скажи. Ну, все, вперед снимать видео. Да, только еще вот какой еще браслет. Это я не хочу. Что ты, Аринка, делаешь? Давай. Учу ее потихонечку, как делать. Вот, мы делаем тут прикольные игрушки для наших котов. Да? Снимаем ролик отдельно. Выйдет отдельный ролик про эти игрушечки. Давай. Такие у нас будут прикольные осьминожки с бубенчиками. А это мой осьминожка. Еще не закончен. Не завязан, теперь не пролазит.